Всем привет! Сегодня прошью такой телефончик Samsung, раскладушечка. Это C3560. Шить будем через компьютер по обычному USB кабелю из комплекта с помощью программы Flash Tool. Итак, на компьютере запускаем. Да, по поводу драйверов забыл вам сказать. Я установил себе Kais, и для меня это достаточно. Поэтому качайте либо с официального сайта Samsung, либо смотрите ссылочку у меня на сайте MasterWireless, и скачивайте Kais, устанавливайте его. Все драйвера идут с ним. Так, что нам потребуется? Ну, USB кабель, конечно же. Вот он у меня уже подключен к компьютеру. Один конец, другой конец рядышком лежит. Аккумулятор от телефона совершенно не нужен. Потому что шьется он без аккумулятора. Итак, открываем программу Flash Tool. Запускаем ее. Да, предварительно скачав прошивку. Ссылки будут на прошивку. И на флешер. На вот этот вот Flash Tool. Здесь, в этом окошке, нужно расставить файлы правильно. Первый файл из прошивки это будет PSI. Второй будет SLB. Третий BIN. Четвертый CDS. А пятый DFFS. Вот в таком виде. Здесь у вас при первом открытии программы так и будет написано. Iris Hull Flash Before Download. Так и оставляете. Здесь порт, как бы, тоже ничего не меняем. Скорость ничего не меняем. И драйвер здесь должен быть выбран внизу. Видите, да? Infineon. Нажимаем кнопочку Next. И готовимся. После нажатия. Раз. Здесь нажимаем Start USB. На телефоне зажимаем клавишу решетки, держим и подключаем в таком состоянии без аккумулятора к компьютеру, держа эту кнопочку. Вот, Start USB. Нажимаю кнопку и подключаю телефон. Все, прошивка пошла, теперь кнопочку можно отпустить и ждать завершения прошивки. Если, например, что-то у вас не получаете, посмотрите в диспетчере задач. В задачах процессы Kais. Их нужно остановить. Программа-то у вас установится, и в задачах будут процессы Kais. И иногда они мешают. Ну вот и все. Прошивка завершена. Теперь остается нам отсоединить телефон, вставить симку, а я не буду вставлять симку пока, и запустить телефончик. В настройках выберите язык, который вам нужен. Ой, что-то не туда. Время. Я не знаю.
Ну вот и все, ребята. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии. В принципе, здесь ничего сложного нету. Все не так уж и сложно. И не так уж и страшно. Светлая голова, прямые руки, немного терпения, и все у вас получится. Подписывайтесь на мой канал, и будет вам счастье. Всем пока!